Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 336. Найдем значение выражения. А. 40,28 минус 22,5 деленное на 12,5 плюс 1,7. Первое действие – деление. Перенесем запятую на один знак и будем делить 225 на 125. Получаем 1,8. А теперь будем выполнять вычитание и сложение по порядку. Второе действие. 40,28 надо отнять 1,8. Уравниваем число знаков после запятой. Вычитаем как натуральные числа. 8 вычесть 0 будет 8. Из 12 отнять 8 будет 4. Из 9 отнять 1 будет 8. И остается 3. В результате ставим запятую под запятой. Будет 38,48. И третье действие. 38,48 надо прибавить 1,7. И опять запятая под запятой. Уравниваем число знаков после запятой. Складываем. 8 плюс 0 будет 8. 4 плюс 7 будет 11. 1 пишем 1 в уме. 8 плюс 1 будет 9. И 1 в уме 10. 0 пишем 1 в уме. 3 и 1 в уме 4. И ставим запятую под запятой. Получаем ответ 40,18. Делаем Б. 4,8 минус 0,42 умножить на 8,5. И полученный результат в скобках разделить на 0,5. Итак, первое действие в скобках умножение. 0,42 умножаем на 8,5. Умножаем, не обращая внимания на запятые, как натуральные числа. В результате отделяем 3 знака запятой. Получаем 3,570 или 3,57. Второе действие. 4,8 надо отнять 3,57. Уравниваем число знаков после запятой. Вычитаем. В результате ставим запятую под запятой. Получаем 1,23. 1,23 надо разделить на 0,5. Третье действие. Переносим запятую вправо на один знак, чтобы делить на 5. Значит, делимым тоже переносим запятую на один знак вправо. Будем делить 12,3 на 5. Получим 2,46. Записываем ответ. Мы сделали номер 336 А, Б. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.